Я считаю, что действительно мужчина может быть чуть красивее обезьяны, но при этом он должен быть хорошо одет, хорошо себя вести, и от него должно быть хорошо пахнуть. Вот. Но как любая другая нормальная женщина, я, конечно, считаю, что женщина должна в большей степени, нежели мужчина, заниматься своей внешностью и своей красотой. Все-таки мужчина – это человек дела, это в первую очередь поступки. И, конечно, когда роли в социуме меняются, и женщины становятся бизнесменами, берут на себя ответственность, а мужчины все в большей и в большей степени начинают заниматься своей внешностью, это, конечно, раздражает как минимум. Ну, я уже не говорю о дизайнерах, которые создают одежду для мужчин, такую, как обувь на каблуках или огромное количество цветов в гардеробе. Ну да, наверное, это мило, да, наверное, это неплохо для высокой моды и для подиума, но для жизни это совершенно не годится.